относительно вот такой техники. Блин, серьезный аппарат. 65-го года. Ненавижу аэропорт Внуково, просто ненавижу. Ты летишь быстрее, чем ждешь потом машину, но все-таки, когда вот так двигаешься, то в целом пойдет. В общем, дерни капот, братуха. Поедем сейчас с кайфом. Оно того стоило. Была выполнена реставрация кожи сидений, крыши. Также выполнили реставрацию пластика.